Друзья, всем привет! Это видео мне прислал мой подписчик, за что ему большое спасибо. И с его разрешения я хочу вам рассказать, как он справился с такой задачей, как вибрация на картофелекопалке грохотной. Как видите, ход эксцентрика здесь очень большой, около 4 сантиметров. Ее бедную колбасит всю, подпрыгивает. По моим рекомендациям, ход эксцентрика был уменьшен до 1 сантиметра. В верхнем рычаге было просверлено 4 отверстия, чтобы можно было регулировать ход грохота. Понижаем, повышается. Поднимаем рычаг, уменьшается ход. Как видите, результат. Копалочка идет ровненько, без вибраций, на любых оборотах. И вот как конечный результат. Картошка выкопана. Здесь рычаг был опущен на предпоследнее отверстие, чтобы увеличить ход грохота, так как земля была твердая, он сказал, и грохот не хотел лезть в землю. И все, всем пока.